все бесполезно. Вы не сможете. Эта клетка не сдержит этого демона. У меня уже не хватает сил. Это все вам не поможет. Это бесполезно. Он выберется. Он выберется рано или поздно. Он съест мою душу изнутри и доберется до вас. Это... святая вода! Убери! Это бесполезно! Нет, это вам не поможет! Как не поможет-то, а? В деревне, знаешь, что они такое делали. Я вот помню, в 1971 году, знаешь, что-то было? О, там такое... Я тебе потом расскажу. Мы с тобой, ты солью так посыпали вообще. Дед, это сахар, это не соль. Да? Неважно, сахар тоже. В деревне были условия похуже. Тут сейчас и с сахаром справимся. Вы реально думаете, если будете в нее бросать святую воду, то это ж не нечисть, это демон. Демона с святой водой изгнать невозможно. Ты сейчас бывшему ангелу заявляешь, то что больше меня понимаешь, как нужно демонов изгонять. Не вешь мне лапшу на уши. Это вам не поможет. Я не смогу его долго сдерживать. Он скоро выберется из меня. Это все бесполезно. Держи кукумбер! Ну в целом, если эта клетка хотя бы ее... Ты где шаурму взял? Мамма мия тако, мексикано, демон изгонит си! Мамма мия, мамма мия, да! Если эта клетка сможет ее задержать хотя бы на один раунд, то это хорошо. Нас впереди ждет обычная, спокойная игра в Among Us. Что нафиг за бред? Какого демона я рога себе отрастил, крылья вырастил и заспавился где-то в пустоте в 50 блоках от места, где Among Us проходит? Это все потому, что мы на таху клетки закрыли, поэтому ее роль передалась кому-то другому. То есть получается, демона нельзя изгнать, но демона можно заточить. Но если ты заточил демона, тогда сущность демона передается кому-то другому. И теперь демон я. Так, осталось разобраться. У меня здесь есть саботажи, как у обычного предателя. Сейчас саботаж отремонтируют, потому что по карте бегает инженер, если инженер не глупый. Инженер нафиг глупый, потому что давным-давно уже надо было отремонтировать. И у меня здесь есть просмотр сквозь стены у демона. Так, мне нафиг кошмар, конечно, как страшно туда лететь, потому что я в целом в Among Us как бы за столько серий ни разу не летал. Я сейчас упаду нафиг в бездну какую-то! Мать моя, нафиг, женщина, в последнюю секунду крылья распахнулись, и я взлетел. Так, осталось залететь туда внутрь. Разворот на 180 градусов. И попадаем в дырочку. Самое главное, чтобы меня никто не спалил, то, что я опять нафиг упал. Вот, самое главное, чтобы меня и я опять нафиг упал. Я не понимаю, как летать-то. Так, ладно. Первая в мире игра Among Us, когда я нафиг проведу ее за пределами карты, как мне кажется. Все бегают вот там, а я до сих пор не понимаю, как мне вот туда взлететь. Не попал. Разворот, поворот. На 5-180. Просто в окно залети, ради бога, когда... Демонюка в здании, дрыть, колотить. Да, сейчас самое главное не спалиться, чтобы сразу меня нафиг не выкинули, не кикнули, потому что, ну как бы, молодец, а не молодец, Ашан. И все нафиг. Пролетел, закукошил их с Данила. Вылез, вижу на людей, как... What the fuck? За гриб себе на голову напялил. Так. Самое главное, чтобы меня... Ник... Ядрёт по грибот-товка! Это...
Банан был в камерах. Я только что на секунду увидел, как он из камеры вылез. Мать моя женщина, нафиг. Так вот сюда и куда? Тут у нас где-то трусак бегает, тут у нас фиг. Где-то я. Где-то. Что ты делаешь? А? И в дырочку. Теперь я понимаю, почему Натаха демоном стала, потому что это просто кошмар какой-то, кислород, ну. Так вы даже нифига не отремонтировали, почему вы за трупачела проголосовали? В общем, Армеша видел, это был я. Я чисто сердечное признание, я не могу лгать своему внуку. Я не знаю, что он там себе придумал. Хрейдик, вот честно тебе скажу, ты, конечно, нет... Но ты тоже ничего. Так, ладно, захлебнулись. Замолчали. Вот правильное слово. Пригнись, Хрейд. Ты кто, что мне притом? Ладно. Ашан, пригнись, Ашан. What the fuck, Клайд? Что на башке, нафиг? Да я, короче, гуляю по карте. Смотрю, бесплатный барбершоп. Я зашел, мне там... Я вышел нафиг с этим кактусом на голове. Так, стоп, а у тебя что? Что с тобой, а я мужик? Ничего, я... Это нафиг проклятие на так, и вот что! Я говорил то, что ее в клетке не надо закрывать! Теперь у меня рога нафиг и крылья выросли! Я на карту спустя 10 секунд, 10 минут попал после того, как вот это, как игра началась. А сзади, ты бы видел, что сзади. Что сзади? Господи! Я балдею, Клайб. Так это не волосы, это ты мочалку душевую какую-то себе на голову натянул и теперь ходишь с ней. Ладно, полетел я нафиг. Я облечу сейчас карту и залечу на нее с какой-то другой стороны. Я же могу, я балдею нафиг, да чтоб я каждый день с этой ролью играл. Тут же разбитое окно, да? Вот так. Так, Лайпа, я не буду убивать его, и так жизнь уже потрепала. Тут у нас дед в трусах, на камеру наблюдается, я не буду перед камерой. Я даже вижу то, что человек в камере сидит, нафиг! Я балдею. Так, я не буду палиться, потому что я человека возле камеры зафигачу, поэтому я просто полечу камерам. Там же как бы сидит человек на камере. Это ты бы свои камеры подальше бы нафиг спрятал, я из-за тебя вот... И там Клайп, и в дырочку, и вот сюда, и вот так, и вот так. Демонюка лезет! Лезет демонюка так обратно. Полезли. Сантехник нафиг, водопроводчик или как, почему я в трубах лажу? Да, что... Нафиг вы в эту вентиляцию на камеры сразу лезете? Иду я, значит, с Армешенькой по коридору чинить саботаж, значит. Мы заходим, чиним потом, я забегаю в камеры, а там вот четко перед камерами трупешник валяется. Это точно не Армешка. Это дед. Да, это был я же говорю, я не могу вам лгать. Это 100% дед, но ни в коем случае за него не будем голосовать в этом раунде. Потому что нам осталось выяснить, настоящий ли он предатель, или все же он притворяется самозванцем. У меня тоже есть какие-то подозрения на этого деда. Слушай, ты, вот у Наташи рога были? Были. У тебя рога есть? Есть. Наташа демон? Демон. Ты демон? Я не выбирал свою судьбу. Из-за того, что Наташу закрыли, эта проклятая роль перепала на меня. И все, что я могу делать, это летать по карте и подсвечивать вас. А как мы избавились от демона в прошлый раз? Мы Наташу кинули, все! Нет! Подожди! Ты с ума сошел нафиг! Сфигали! Я не Натаха, а Натаха это не я! И вы выбирать, стать этой ролью или нет, я тоже нафиг не выбирал! Ни в коем случае!
Что за фигня нафиг? Я просто нахожусь в бесконечной пустоте. Не могу никуда полететь. Вот я летаю. Ничего не появляется. Вот я не летаю. Вот я Так вот, куда ты попадаешь после смерти. Только теперь осталось выяснить, как нафиг Хрейт и как нафиг Натах каждый раз воскрешались после того, как они попали в эту пустоту, если я наверх просто физически... А кто меня воскресил? Рога на месте, крылья тоже на месте, приседать могу. Летать тоже могу, получается. То есть я полностью функционирующий демон. И они-то не знают то, что я воскресился. Они-то думают то, что я до сих пор сдохший. Только вот окошко, вот окошко, вот окошко. Залетаем. Только проблема в следующем заключается. У меня пропала кнопка. Дед, ядрен, иди отсюда. У меня пропала кнопка, так сейчас сюда все придут чинить электричество, поэтому я пошел в дырочку. Вот сюда, прям вот здесь, вот буду стоять, лежать и наблюдать, кто придет или электричество ремонтировать. Херей, тоже на башку себе какую-то фигню нацепил. Они-то не знают то, что я воскресился. Они-то до сих пор думают то, что я мертвый. Поэтому у меня сейчас есть небольшое... Не туда, не туда, не в ту дырку, нафиг, не в ту дырку. Вот сюда, вот в эту дырку у меня есть преимущество. Если они не успеют зарепортить друг... Что-то не так? Тебе что-то не нравится в моей прическе? Ты посмотри, я могу теперь мыть людей, как мочалка, нафиг! Смотри! И Херейду могу помыть, и их Зонильчика тоже! Так что, блядь, другой вопрос! Мы ж тебя кикнули! Каким боком ты еще и выжил? Это обалденно. Я же говорила, это не сможет его сдержать. Тебе понравится. Вступай на темную сторону. Мне реально понравилось. Только посмейте. Нет! Не надо нафиг меня! Соль! Это же сахар! Давай, какой сахар! Соль! Да. Единственное, что мне не понравилось, Натах, это пустота. Тут ничего нет. Стоит там демон, и прямо сейчас я спалю, кто это такой. Я вроде как шериф, я могу его кокнуть сразу же, как дедуганчик в трусиках подлетит сюда. Тоже стоит и нифига не понимает, как оттуда выбраться, пока не поймет то, что у него есть крылья, и он может сюда долететь. Так, я шериф, все, что мне надо, это просто кокнуть двух предателей. Самое главное, это... Да. Самое главное, первое, кокнуть обычного предателя, кто вот этот вот оборотень, надо его как-то вычислить. И только после этого мне надо выкинуть и кокнуть этого, господи, деда. Тогда мы сможем победить. Не каждый это понимает, как победить демона. Походу, я тут единственный, но если вдруг вот дед вот-вот-вот летит. Он летит, а я нафиг сваливаю отсюда, потому что если дед успеет меня догнать, то мне караты нафиг. Поэтому мне просто надо... Вот он развернулся. Я... От кого я нафиг тогда убегаю? Так. Дед опять летит, а я вот это побегу в другую сторону. Не в ту сторону. Бегите. Ты думаешь, я настолько глупо...
глуп? Ты думаешь, что если ты у меня перед глазами прыгаешь сюда, то я не пойму то, что ты дж... Что нафиг ты при... Вы сегодня все вот это... Банан... У Барбера такие прически не делают. Иди вообще нафиг на этой карте Амогуса под... Мне показалось, если кто-то сейчас пролетел. Если кто-то пролетел, потом то нам надо отсюда нафиг сваливать. Где вы на этой карте вообще вот этого барбера, парикмахера нашли-то? Ядрить-то колотить, каждый второй бегает с какой-то прической. Что он там делает за этой стеночкой? Надо выяснить. Опа, летит, 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 летит. Когти просто кого-то у меня на красаке. Все, я зарепорчу. Что? Что он? Кто это? Как он туда забрался? Кто это тут? Где? Да, 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 да. Дед, дед летит туда, значит, я лечу за дедом, потому что дед назад не смотрит, это значит, то что кто нафиг второй предатель? Мне просто надо его кокнуть и все, и потом кокнуть деда. Я не могу. А шаль прыгает у меня на глазах в дырку. Так, ядрён нафиг, да чё? У меня есть план. Если оборотень прямо сейчас превращен в кого-то из команды... Победа! Победа! Это просто победа за то! Это насколько нужно быть глупым, простите меня, дед... Стоп! Дедушка, что, 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 ты где, что, что? Я только что видел своими глазками! Как? Я кого-то кокнул, да. Да? Да. Что это было? Знаешь почему? Ну? Тут не надо быть гением, чтобы понять, что оборотнем была Ашан. Так... Её тут нет, мужик. Её тут нет. Так, да, потому что я её кокнул, глупыши. Я шериф. Докажи! В смысле? Лайпик, дорогой, ты веришь ему? Я, честно говоря... Я докажу за 5 секунд то, что Ашан была оборотнем. У Ашана же на башке была вот эта вот маска улыбающаяся белая, да? Да. Она решила превратиться зачем-то в скин сосиски, которой нет на этой карте. Но она глупенько забыла то, что маска-то у нее на лице осталась. Я за секунду понял, что это Ашан, хоть она до этого умная такая пыталась не палиться. Точнее, она прыгала передо мной в люки, пытаясь доказать, что она Джесс. Хороший ход на самом деле, доказывая, что ты самозванец. Ну, короче, я ее кокнул, и я живой, как ты видишь. Если бы я ошибся, я бы сдох. Дедуля, тебе бы это, на пенсию уже уходить. Рано. Нет, самое рано, то. Рано. Не-не-не-не. Голосуем за деда. Амиго! Амиго! Голосуем за демона и да побед... Да ты нас скамишь! Ты нас скамишь! Я своими глазами видел! Своими глазами! Как улупил одного... Потом убил нафиг второго! За деда и победа в кармане! Не будьте глупыми, как Клайп. Клайпик, доверяй ему! Чё ты, ну в конце-то концов? Насколько нужно быть глупой, что даже глупые так не поступают, как ты, Ашан? Я тебя ненавижу! Я вас всех ненавижу! Вы меня достали уже! Я... Нет, всё! Я больше в это не играю! Меня это все достало! Амигос, адьос! Амиго, амиго, кому эстас? Soy mexicano y quiero ligarles estos tacos. Esto es sagrado, tiene la padares. Divinos y divinamente ganarás. Dime cómo estás. Y te caca de ti carosamente hoy. Nunca cambia que con una caga la divina de vida. Como México completo y me caen los tacos. Mamma mia, 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 m
Eres un idiota, la mamá. Vi todo, soy un serio mexicano profesional. Y tú eres muy sus. Sus. Может, что? Ой, Кера, Тако Белл? Тако Белл? Ты посмотри, какой красивый. Тако Белл! Тако Белл! Тако... Идите нафиг.